Хоккей вообще игра командная, воспитывает командный дух. Уровень очень высокий. Норникель делает огромную работу по популяризации и развитию хоккея. Это же хорошее настроение и общение, и то позитивные эмоции. Но я всех ребят поддерживаю. Всегда мне очень приятно, что это все-таки дружеские соревнования. Ну что, понравился турнир? Продолжать будем? Договорились. Хочу пожелать вам удачи, здоровья, также заниматься хоккеем. И надеюсь, что будет очередной турнир, куда вы все приедете. С праздником! Итак, лучшим бомбардиром турнира становится Станислав Королёв. Лучшим защитником признан Михаил Шурыгин. Лучшим нападающим становится Никита Бруяка. Лучшим вратарем признан Дмитрий Марченко, номер первый. Третье место в нашем турнире заняла команда «Ремонтник». Второе место заняла команда «Кольская ГМК». Чемпионом турнира по хоккею 2021 года стала команда «Алит-Мог». Хоккей дает силы жить дальше. Всегда хорошо общаемся с мужиками, тренируемся вместе. Да, на поле, как правило, враги, а потом вот после игры ходим, обнимаемся. Все очень круто сделано, спасибо компании «Норникель».